Приветствую вас. Хочу также сказать, что я не только гадаю на картах, я вообще по образованию психолог. И просто я на YouTube в открытый доступ не открывала эти видео, но сейчас решила, почему бы и нет, пусть будет у меня такая новая площадка для... Ну, все равно там, в общем, свое происходит, не знаю, в общем... Интересно мне это стало, заинтересовало меня. Вот о чем я хочу сказать. Очень много смотрю видео, просто каких-то блогеров, там кто-то по красоте в основном, я сейчас отращиваю волосы, я уже говорила, кстати, вот эффект от маски с кофе. Волосы вообще такие шелковые, невероятно мягкие, пышность появилась, конечно, вот это мои каскады в разные стороны. В общем, понравилась она мне. Я совсем забыла, что хотела об этом сказать. Итак, я могу помочь вам развязать кармические узлы. Потому что вот обрубить все эти старые привязки, связи, потому что без этого вы двигаться дальше не сможете. Понимаете, у вас вот как круговорот. Вы будете сами себе говорить, да, у меня все изменится, я буду по-другому. Вообще все будет происходить по-другому, но будет, знаете, такими шажочками мелкими это происходить. Вот просто взяв консультацию даже одну, вы настолько вот сразу у вас, понимаете, у вас такой прорыв произойдет. То есть вы можете год до этого идти, а одна-две консультации вам могут настолько помочь открыть себя и понять. Потому что, как бы вы там ни говорили, я закроюсь, не буду думать об этом, не буду переживать, я не буду наступать на эти грабли. Но вы все равно будете снова и снова наступать на эти грабли. Вот все равно. Потому что вот на своем личном опыте испытано, и даже вот смотрю многих, у меня прям отзывается эхом. То есть у меня такая же вот, ну, это я сейчас добилась многого. Вообще, что происходило в моей жизни раньше, мне кажется, даже самый сильный человек сломался бы. Поэтому я, как никто, понимаю очень многих людей. И на самом деле это такое время будет скоро, что люди будут настолько открываться, вот они просто и сами развиваться будут. Но поверьте, если вам человек поможет, то у вас быстрее произойдет скачок развития. Потому что самое ценное в нашей жизни — это все-таки вот не конкретно сами деньги, а наша жизнь, наше время, наше здоровье. А вот именно от этих кармических таких вот узлов, ну, представляете, вот узел, да, вот даже нитка завязалась, но это узел, это просто комок, комок в горле, комок на сердце. Бывает вот это то, что я не хотела, конечно, здесь это все так открывать, что человек давит в себе эти эмоции, давит, он их вообще никак не раскрывает, это вот все как снежный ком. Потом вот эти комплексы, они порождают все новые и новые комплексы, и... Комплекс жертвы, например, кратко скажу, всегда есть жертва, всегда есть тот, кто издевается. Это закон, то есть притягиваете сами вы в свою жизнь вот это все. Итак, можно в комментариях спрашивать, отдельно уже договоримся. Меня уже по гаданию спрашивали номер, я думаю, что... Ну, мне так удобнее, по гаданию я по WhatsApp работаю. Но я думаю, что здесь можно также будет договориться. Итак, я желаю вам менять свою реальность. Вот прям я, ну, я прям не устаю это повторять.